Здравствуйте, друзья и подписчики моего канала. Я нахожусь в обновленном павильоне цветоводства. Оказывается, он переехал на ВДНХ, его там разнесли. И вот теперь в торговом центре 100 метров от главного входа на ВДНХ, никуда не заходя, в торговом центре. Вот я наконец-то нашла. И посмотрите, какое чудо. Смотрите, какие башмачки. А, какие хорошие. Вот этот я себе выбрала башмачок. Вот этот. Это мой будет. Вот здесь тоже башмачки. Вот смотрите, какие. Вон еще там один стоит. Вот такие здесь орхидейки. Мне любезно хозяйка разрешила поснимать. Вот они. Ура, ура. Так что, если кто соберется на ВДНХ, не ходите туда вглубь, его там нет. Там все сломали. Вот. Красотки. Красоточки. Вот очень красивая мультифлорка. 1300 стоит. Вот такая. Очень красивая. Вот тоже мультифлорка. Очень красивая. Цветут они, знаете как, они цветут летом. Все лето, да? Все лето, естественно. Веруня, а это кому так надо? Так что, девчонки, ребята, приезжайте. Да, сейчас вот Вандочка. Ой, какая Вандочка, прелесть. Вообще супер. Вот корнюшки у нее вот такие. Сейчас, если еще что-то найду, то сниму вам, покажу. Вообще здесь супер, в английском. Вот тоже башмачки маленькие. Там еще такие. Так что пока я отключаюсь. В общем, вот беру вот такой вот башмак. А, еще забыла показать, здесь котлеи. Вот еще котлеи есть такие. А котлеи в какую цену? 1500. Вот. Если кому надо, приезжайте. 1500. Схему я вам выставлю, покажу. Ну, не знаю, а кто брал? А ты большую взяла? А, он посоветовал. Да, уже там все раскладывали. Короче, я так поняла, что это единственный, да, павильон, поэтому я решила бы снимать с лицевой стороны, вот, показать вам красивые. Потому что с той стороны их не очень видно. Вот такие красотки. Вот это вот мне очень понравилось. Очень красивые. Вот здесь тоже. Вот такие красивые. Красавочки. Ну, цены, конечно, тоже. Цены сами понимаете. Вот Пиноккио стоит. Ой, отсвечивает. Вот он, Пиноккио. Револьверного цветения. Симпатичный, кстати. Сейчас сюда перейдем. Красавец. Очень красиво. Вот они какие красотки. Дендрики уже стоят. Дендробиумы отцвели. Ну вот, сейчас я еще хочу зайти там посмотреть, как бы, горшки, там что есть, земля. Тоже пойду полюбопытствую на 2 минутки. Ну, в общем, я уже дома, не стала я там доснимать, потому что, в принципе, снимать нечего. Горшки очень дорогие, грунт тоже. Я была в шоке, я не стала снимать, потому что там тетенька, как бы, не знаю, она такая сердитая какая-то. Сирамис обычный 980 рублей. Сирамис без коры. И горшки ужасно дорогие, и кашпо дорогие. Не стала я, в общем, там снимать. Вот обещала, что покажу вам схему, где сейчас находится павильон цветоводства. Значит, он находится слева от главного входа в ВДНХ, в
торговом центре от метро ВДНХ 3 минуты пешком. То есть, если вы будете стоять, например, вы приедете на ВДНХ, вот арка вход ВДНХ, вы стоите к ней лицом, налево поверните и пройдите, но там не 100 метров, где-то метров 500, до входа в торговый центр. Прямо заходите или в торговый центр центрального входа, или еще там есть магазин «Лента», он так сбоку немножко находится, тоже можете зайти, и здесь вы попадете в павильон «Цветоводство». Но лучше здесь как бы другой такой павильончик, лучше вот зайдите вот в этот вот центральный вход, пройдите прямо через весь, на первом этаже до конца, и вы прямо попадете, там две секции, в одной сидит мужчина, в другой сидят женщины. Вот, значит, и вот я там приобрела два башмачка. Сейчас я немножечко отдохну, попью чая и сниму вам видео про мои новые башмачки. Всего доброго, до встречи. Всегда ваша Бокова Наташа.